Всем привет, ребята! И сегодня я вам покажу. Сегодня я вам покажу мой день в Брукхевене. Подождите, ну давайте мы ответим. Я не очень поняла, то что она говорит. Ребятки, не очень поняла. Так вот, я вам буду показывать мою жизнь в Брукхевене. Сейчас. Сначала у меня сегодня выходной, поэтому я встаю и открываю окна. Включаю обязательно свет в моей комнате и иду заниматься процедурами. Сначала я расчесываюсь перед зеркалом, а потом чищу зубы. После того, как я почистила их, я иду на первый этаж готовить себе кушать. Так, готовим. И я приготовила себе такой вот вытесть. Это я не то приготовила. Сейчас. Вот я приготовила себе блинчики. Ставлю. Сейчас. Где мы? Сейчас я сяду и буду есть. Блинчики очень вкусные. Ну, а сейчас я иду в свою комнату и иду переодеваться. Сейчас я беру такие джинсы и вот такую вот кофточку. Теперь подождите. Давайте ее забаним. Так, я подросток в Брукхевене. И поэтому я выключаю ту... А, точно, я забыла взять деньги. Сейчас я возьму деньги. И иду. Я выключаю свет и закрываю окна. Открываю дом и закрываю его. Ставлю машину. Беру машину и еду в кафе. Пока я еду, можете подписаться на мой канал. Еду я в Starbucks. Вот так вот. Я подъехала. И у меня
меня пончик и кофе. Это очень вкусно. Я плачу. Все, я заплатила. И иду в машину. Еще я с собой ношу карточку розовенькую. И дальше я еду в магазин. Я беру тележку и покупаю чипсы, мороженое, пицца, так, молоко, вот, хотя вода мне не нужна, я иду это оплачивать. Все, я за это заплатила и иду в машину. Я пакет кладу на заднее сиденье и еду. Так вот мы подъезжаем. Ладно, мне надо тут, может, свет включить. Так, беру я шоколадное мороженое. Оно мое любимое. Оплачиваю. И иду кушать. Чего она так на меня зырит? Ребят, кстати, а чего она на меня так зырит? Сама свою машину убирай. Угу, объехать можно. Я съела мороженое. И еду в парикмахерскую. Я хочу чуть-чуть подстричься. Вот, меня уже подстригли. И я иду в машину. И еду домой. Едем, едем. Так, едем. И я заезжаю в гараж. Выхожу. Открываю дверь и вхожу в дом. Потом я открываю окна. И включаю везде свет. Потом я переодеваюсь в удобную одежду. Такой я костюмчик выбрала. Теперь я иду на низ, сажусь на диван и решаю зайти в Roblox. Я захожу в него и захожу в Brookhaven. Потом, когда я наигралась, я
включаю телевизор. И включаю мой любимый сериал. Потом начинается вечер. Я решаю заказать Макдональдс. Звоню. Ну все, мне привезли Макдональдс, и я иду кушать. Ставлю Макдональдс. Сейчас поставлю Макдональдс и буду кушать. Бургер очень вкусный. Ну все, потом, когда я поела, то я выключаю телевизор и свет на первом этаже. Поднимаюсь на свой этаж и беру книжку. Читаю ее. И уже почти ночь. Поэтому я переодеваюсь в мою пижаму и ложусь спать. Я покажу, если что, 3 дня. Поэтому такое вот. Ой, то есть, да, 2. 2, то есть, да. Вот я сплю. И мне звонит подруга. Я, конечно же, беру трубку, спускаюсь на первый этаж, чтобы с ней поговорить. Она мне рассказывает, то, что у нее что-то случилось, но ночью мне страшно, поэтому я сразу бросаю трубку и иду спать. Как мне страшно, я укрываюсь от ног до головы. Вот так я прячусь с ног до головы. Потом мне не спится, и я решаю в телефоне посидеть. Сейчас сажусь и сажусь на такой вот диванчик, наверное, можно это назвать, и сижу, то есть. Потом мне кто-то звонит в дверь. Давайте что напишем? Что? Телепортнемся? Что? Милый взгляд. Ну, у него милый взгляд. Ну, ребят, я не могу. Просто. Сейчас. Фу.
мной. Пожи, пожи, я хочу просто удалить. Пожи. Почему для моего? Зачем? Надо. 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 Давайте. Так. Ой. Нет. 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 А эту девочку я тем более. Ой. Так ты. Ты да сказала? Я тупая сейчас. Сами тупые уже. Отключаем, написала да. Я хотела написать нет, чтобы ее забанить. Но все равно там. Но я знаю, что пишет что. Все. Доигралась. Давайте напишем ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. А нечего меня тупой называть. Да, ребятки. Так вот. Я захожу домой. Понятное дело. Так, и тут я решаюсь поспать наконец-то. И сплю. Скоро начнется утро. Поэтому. Это второй день выходных у меня. Поэтому завтра у меня второй день выходных. И в реальности, и в Брукхевене. Поэтому вот так вот. Тут я вспоминаю то, что мне на выходных надо улететь. И поэтому я встаю и собираю вещи. Все, я собрала и иду спать. Уезжаю я на один день. Тот же как раз. Потому что там мне надо сходить. Ну, там надо, меня попросили кое-что сделать. Все, мой будильник заиграл. И я иду собираться. А на этот раз я одену такие вот. Штаны черные, джинсы и такую черную кофточку. Я беру свой чемодан и уезжаю. Ну, иду. Конечно же, в машину, чтобы доехать. Я закрываю дом на 4 замка. К
кладу чемодан в багажник и еду. Я решила по... Я как не кушала, я сейчас заеду в Starbucks и куплю себе кофе. Попью по дороге. Все, я допила свое кофе. Поэтому еду в аэропорт. Так, едем, едем, едем. Вот, сейчас я припаркуюсь. И мне надо еще свой паспорт показать. Вот, я иду и показываю паспорт и свой билет. Мне говорят, все правильно, ну, все хорошо. Чемодан у меня ходится хорошо. То, что там ничего нету такого запрещенного. Еду. Вот так иду в аэропорт. Все, я захожу в аэропорт. Не туда зашла. Ищу мое место. И я нахожу свое место. Вот оно. Закидываю свой чемодан туда. Вы поняли. И вот это вот мое место, и это. Ну-ка, подождите. Подождите, это у меня бывает такое землетрясение. Вот это и то. Я решаюсь переодеться. Эту одежду, которая мне удобна. И решаю отдохнуть. Тут я уже прилетела. Сейчас. Прилетела.